Друзья, я вас приветствую. Допустим, вы новичок и хотите создать свою первую музыкальную композицию. Как вам быть? Вам, конечно же, для этих целей понадобится программа. Ну, вы это без меня понимаете. В одном из своих видео, я оставлю ссылочку на него, я показал вам программу под названием LMMS. Некоторые пользователи говорили о том, что вот лучше использовать BandLab, вот лучше использовать еще какие-то программы, но я поспорю с этим утверждением. Гибкие настройки, и в этом плане LMMS является полноценной DAW, в отличие от BandLab. LMMS позволяет подключать VST плагины, VSTi инструменты, и это очень удобно. К тому же LMMS — это DAW, которая есть на Linux, есть на Windows, и она в этом плане очень универсальна. Там есть и Piano Roll. И самое главное отличие ее от BandLab и других бесплатных DAW — это то, что она имеет русский язык. А это, я думаю, огромный плюс. Итак, давайте изучим сайт LMMS. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Итак, LMMS. Давайте сделаем музыку. Вот я вам перевожу. Это бесплатная кроссплатформенная программа. Продюсируй музыку на своем компьютере. Делай мелодии, биты, используй синтезаторы, замиксовывай звуки, аранжируй, ну и так далее. И также здесь есть информация о том, что поддерживаются различного плана инструменты, сэмплы и плагины, MIDI-клавиатура. И вот есть информация о поддержке VSTi. Linux, Windows, Mac. Кроссплатформенная программа. Есть форум, правда, на английском языке, Facebook и другие сервисы. И что самое важное, это open source приложение. То есть, если вы программист, если вы разбираетесь в этой программе, вы можете присоединиться к разработчикам. И если вам что-то не нравится, вы всегда можете поправить в этой программе. А в других продуктах вы лишены обратной связи с разработчиком фактически и не можете влиять на разработку, ну только отзыв оставить. То здесь, если вы программист, вы можете напрямую что-то сделать, если у вас есть желание. Потому что open source, свободное программное обеспечение, это свободное программное обеспечение. И здесь нам говорят, что LMMS 100% бесплатно, open source, и этот проект развивается. Кстати, здесь есть неплохой форум, и вы можете задать совет, используя переводчик, если вы не можете написать на английском языке, и вам здесь всегда помогут. Есть документация. Вот форум. Вот давайте изучим, что здесь еще есть. Ну, если вы хотите сделать донат, можете сделать донат. Вот есть переводчики, которые помогают переводить, волонтеры, я так понимаю, и они переводят это все на русский язык. Программу переводят, в смысле. Ну, с установкой у вас не должно возникнуть проблем. Итак, вот, собственно, программа. Что нас здесь ожидает? У меня программа на английском языке. Кто спрашивал про Piano Roll? Piano Roll здесь есть. Вот он. Так и называется. Piano Roll. Всем, кто не верил, что он здесь существует. И достаточно неплохой Piano Roll. Вот. Вот есть у нас удобная такая драм-машина, о которой я рассказывал в предыдущем выпуске. Это автоматизация, это наши синтезаторы. У этих синтезаторов есть различного плана настройки. Есть вот также микшер. Вот главный мастер канал. Вот различного плана эффекты. Здесь их очень-очень много встроенных. Давайте послушаем, что нам бесплатно предлагают послушать.
как вы слышите, вполне полноценная, да. Работает очень классно, вот, быстро, шустро, подойдет к слабым компьютерам. Так что, друзья, дерзайте.